каким видят город его самые юные жители. Видновчане смогут посмотреть на выставке в сквере «Юность». Здесь представлено более 50 работ детей-фотографов. Взгляды детей сквозь объектив на родной город, его жители и достопримечательности представлены на 4 стендах, расположенных под открытым небом в сквере «Юность». Идея организовать выставку фоторабот юных видновчан принадлежит сотрудникам историко-культурного центра. Очень интересно посмотреть, как дети видят наш город. Для них тоже это очень важный момент, что наконец-то их работу увидят жители нашего города. Только 51 фотография из более чем 150 работ была отобрана для выставки. Как отметил руководитель фотокружка «Инициатива» Владимир Панов, в выборе обращали внимание прежде всего на эмоции, запечатленные на снимках. Мы уже несколько раз наши работы, наших ребят, воспитанников, участвовали в фотовыставке в историко-культурном центре. Несколько фотовыставок было. И вот пришла идея совместная такая. И нам предложили наши работы показать уже всему городу. Зимние пейзажи, улицы старого города, новогодняя иллюминация, праздники и различные мероприятия. И отдельный стенд, посвященный 75-летию Великой Победы. Именно с парада 9 мая для экспозиции были выбраны 3 фотографии Даши Мироновой. У нас задание было, мы ходили всем кружком, ну, мы часто ходим с кружком в разные места, там на мероприятия и фотографируем. На фотовыставке представлены работы детей в возрасте от 11 до 16 лет. Но фотокружки «Инициативы» занимаются и совсем юные. 7-летняя Стефания только начинает пробовать себя в этом искусстве. Я люблю животных фотографировать, птиц и улицу. Мне понравилось, что там легко. Это просто берешь, надеваешь на руку, там есть. И фотографируешь. Всем участникам экспозиции «Город глазами юных» директор историко-культурного центра Любовь Большакова вручила почетные грамоты. Напомним, что выставка будет работать до 31 марта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.